Да. Все, погнали. Удачи. Удачи тебе. Все готово к началу первого тайма. Поехали. А. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Не буду просить. Ушел мяч. Аут. Это может быть нет, опасная мяч. Атака. Ну, по-моему, со спины было по ногам. Сирим. Есть варианты для не возвращаться обратно. Назад. Не надо. Не садись прям сильно глубоко в центре играй. Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником. Будет аут. Сейчас. Макс, ага, все готово. Отлично. Ну что это? Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Че, Серег, куда? Там через Латыпа. Латыпа? Тебе, не давай, я подумаем, как лучше сделать. Латып на ход дашь мне его? На ход, штрафной, да. Штрафной. А, ушел. Я тебе ноги дам. Вниз и на ход сразу. Вниз уйдешь и на ход. Ай. Да. Давай. Отличный пас. Блин, ботинок помешал тебе. Пересек я мяч боковую линию. Наш, да. Ну я понял. Если бы ты не врезался, там прошло нормально. Хорошо. Немножко непонятно, где почему этот мяч был. Оказался он за лицевой, и это значит удар будет пару. Модератор. Неплохо действует игрок, мяч хорошо. Отобран, и что дальше? Атака продолжится через... Не, блин. Это штрафной, а как... Ты будешь подавать? Судья, видимо, забыл в раздевал. Давай на дальнюю. Не, на дальнюю, там будет вратарь выйдет. Лучше на ближнюю. Давай на ближку, на ближку. Я же был, Кубышок, где он? Вот вверх, Серег, где он? Серег, ко мне, вверх. Ко мне, еще туда, еще. Наверх, наверх. Вот сюда, вот, все, еще нормально, чуть подальше, нормально, чуть-чуть. Нормально. Месси! Хорош, блин. Ты так говоришь ко мне, как будто ты там к собаке какой-то обращаешься. Ты что, ну вот как ты мог такой подумать? Латыпыч, ко мне! Мне кажется, Ажок застрял. Семен, Семенович! Латыпов. Я помню, ты защитник обращался в вершине? А это? Кому-то побачил дел? Ко мне, Мараш, что ли, кто там был? Даю, да. Так, в центр. Это может быть опасно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. План держи. Рэмзи. План. Нет. Тут может что-то получиться. Блин, я думал, ты на фланг пойдешь. Защита справляется. Там Игорян был вверху. Давай игрок, давай игрок. Просто Игорян был вверху, тебе надо было уводить. Не, Мех, тебе надо было развернуться и к центру просто. Ладно, все, играем. Ой-ой-ой. Чего не дольше? Пора бы уже как-то обострять. Вниз еще раз. Да я сразу. Месси. Что ты делаешь? Аккуратнее здесь. Центр держите. Верну. Хасан. Эффектная передача пяткой. Хасан, там Игорь. Ай, удар поворотом. Да. Отобран мяч, надо возвращаться. От меня такой свойчок. Хороший Игорян. Мяч потерян. Это может быть опасно. Толпа. Нормально. Второй темп. Второй. Ага. Да ё-моё, сука. Нормально, сейчас. Дайте там. Блядь. Ай-яй-яй, блин. Сирик, из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали мяч у соперника, ой, теперь можно меня, начинать свою атаку. Сразу. Нет, я там прессинговал. Играл. Мяч отобран чисто, ну как, кто к нему успеет первым? Попить хочу. Там нормально, в принципе. Мяч будет введен из зала. На флангу, да. По флангу. Я стою на фланге. Еще раз вернись. Латып. Бля. Вниз.
Ас. Пока неплохо. Разведись Латыпу, разведись Латыпу. Отлично. Мира. Еще. Центр. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы обозначить. Насколько оправданно. Я корпус ставил. Смотри, какой истинный ариец. Сейчас подойду. Подожди, только сразу не давай, подумаем, как разыграть. Давай, давай, Латып, давай этот пасом вверх туда уже. Удар. Ой-ой-ой. Хорош, хорош, нет. Это пенальти! Почему он левый не ударил? Похоже, посыпалась команда пенальти. Точность передач 86 у Russian Pro и 89 у Iron Ball. Разрыв в счете. Численное большинство. Я не знаю. С полной уверенностью назвать победителя этой встречи. Бей твой пенальти. Счет позволяет. Голя, все, голи, не дай сведения! 7-1. 7-1, да. Ну все равно. Молодежный. Ну как не попасть? Ну в настольном теннисе. Кипер был бессилен. Игрок подошел к мячу и очень уверенно отправил мяч в ворот. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Затяжка конкретная, да? Плачет, переведи, да. переведи. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Позиции. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Тут защита справляется, потеря мяча. Еще. Рэмзи. Отлично сыграно, надо решать. А еще Хасан нужно вести. Месси. Партнеры поддерживают эту атаку. Выбили. А, чушь не прошел, Хасан. Блядь, я думал, в офсайде я. Вот офсайд там был у тебя, он тоже придумал. Да вот поэтому, да, я только казался. Играй до конца. Месси. Блять, шаги игрок, лишние делают, пиздец. А это задержки, Дерос. Дерос. Саня, очень тяжело играть. Терпеливо ждут они своего шанса. Либо игрок у меня просто тяжелый. Ну, в смысле, высокий. Колман. Хотя хуй знает. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Ой-ой-ой. Блять. Вот это потяра, блять. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас. Штрафной удар. Чё, кто кого? Смотря что. Ты я просто не видел, что там было. Просите сразу, вот он разыграет, блин. Мы записи. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Лучше на фланг. Сори, я не стал там выдвигаться, потому что там папа бежал. И во фланге ловит. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ас, хорошо, добивать. Здорово. Просто от души, мужики, красавцы! После розыгрыша последовал великолепный. Мирно по такому сценарию мы первым стоим. И вот разрыв увеличивается, а ворота соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются, и, наверное, отличный надо мяч, их веселый, применять прямо красавцы. Здесь и сейчас. Пока у них еще дезморалит по-любому кто-нибудь. Да, вот такое. Ну еще у них, может, не сыгранная команда. Может быть. Да у нас тут, блядь. Давай, дошла. Сыгран. Катает мяч перед чужой штрафной, с надежды на открывание кого-то из нападающих. Ай! Занес! Пасик! Ай, бля! Бля, хорош мир, классно подача. Она не так пошла, да, должна чуть назад пошла. Короче, ставьте суператаку. Ну то би пизда. Мне скучно, да? Вообще жестко. Сухари тут все равно не считаются, поэтому можно рисковать. Сухарь в жопе. Это такой фейспалм, да? Какая у тебя там квартира, говоришь, номер? Чё, какая у меня? Они с кем поменяли? 3-5-2 играют. Он прям мчился. Начинать второй тайм с таким преимуществом. Где этот страшный? У него теперь не в нападении. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во второй 45 минут. Хорош. Рэмс. Спасибо, Хасан.
Фланг ушел. Фланг играй. Все верно, края, надо чаще задеть. О, нормально, блин. Управляйте сюда, да, голкипер на этот раз. Знаешь, а я скажу, что ему просто повезло. Хорош, Серег. Как-то поебанутая пошла. Да, меня не намагнитило на мяч. Обычно он кидается ногами вперед. Это может быть опасная атака. Ждем подачу от углового флага. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Серигу. Серигу? Как там дальше? Ну, быстрее топой. Карл Маркс, точно. Серег, на тебя буду. Рэмси. Может получиться интересная атака. Как так бы? Латыф. Еще раз Латыф. Месси. Центр. Блять, первым. Давай, давай. Еще. Ай! Жестко, да блять! Какая-то порнография. Я его принимал. Ебутся как ты. И можно начинать атаку в обратную сторону. Бля, скинул. Блин, у меня даже не обработал нормально. Я не думал, что так будет. Давай, давай. Значит, вообще другую хотел, нахуй. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Похоже, они решили поиграть вдвоем. Отлично. Латыпу сыграй. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отыграться. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Потерял он мяч, но кому он достанется? И играть еще полчаса. Мяч перехватил, защитник молодец. У меня что там задержки со звуком? Я говорю это. Мяч у защитника, тут совсем задержки. Делайте по-другому. Центр. Слышишь, а человек не... Вопрос был. Шикарный. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Короче, опережаешь мыслями, а он нихуя не делает. Мяч будет введен из аут. Надо дать пизду. Или подкачаться. Марат садится, да? Снова придется вводить мяч за боковой. Надо подкачаться. Надо, надо. Делай то, дальний есть? Хорош. Я у Куаси. Блять, я думал, голова будет. Пока не ушел, прикручен. Отличный удар. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Даже мяч потерять не можем. Тупой бот. Еще раз. Нужно забросить. Я у Куаси. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь? Да блин, нет, спасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Не слушай, Колма. Между прочим. Отобрали мяч у соперника, фланг. Теперь можно начинать свою атаку. Я фланг давал, мне развернулся в момент паса. Передачи должны быть точнее, защитник встречу. Перехватил. Центр, центр. Это может быть опасно. Маме я сейчас встречу. Ждать, отлично задумано, отлично исполнено, 5 баллов. Ворот. Просто ждать. Продолжают владеть мячом, очень долго, пас. Пора бы уже нормально. Как-то обострять. Серег. Давай, давай сразу. Давай, пас. Еще дальше. Нога, я его не достал. Он не пошел на меня. Атаку в обратную сторону. Было неплохо. Отлично. Играем на третью, так блядь. Да, опасно. Все, все, центр кроем, центр придержим. Пусть катает. Дерось. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Оставляет защитников дурака. А смотри, один стою. Да, внизу, смотри. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Тут защита справляется, потеря мяча. Ты забежишь вперед? Нет, нет, зачем мне забегать? Я играю, потом лоты подаю. Прекрасно сыграно, мяч перехвачен. Яо Куаси.
До финального свистка даю вниз. Осталось совсем мало времени. Вот я Серёгу давал, да? Поздравить Лук их с уверенной победой. Вот именно с этой, блядь. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Да. Как он работает? Да, да. Удар! Ой, хорошо! Фиг знает из-за чего. У меня задержки там два шага делает, потом пас отдаёт. У всех два шага. Лизы такие, игрок бежит у меня под раздвоение, блядь. Чудовищная игра вратаря сегодня и оборона. Сложно что-то придумать в этом плане. 4 безответных мяча забито в этом матче. Основное время матча заканчивается так через 9 минут. Осталось, по сути, сколько? 9-6-7. Болельщики хозяев в победу своей команды уже не особенно пропустим. Не верят. Кстати, Георгий Хороший был бы заголовок для одной из пропустим. Газет «Молчание трибун». Молодец, ты здорово подобрал это. Ах! Отобрали Сереги пытался ножки дать. Теперь можно начинать центр. Свою атаку. Сейчас с этой вот коннектом ебаный тяжело в ножке дать. Мяч собран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Я вижу, как держит. Посмотрим за этой атакой. Хорош, ну. Отворот будет. Блин. Нормально, нормально. Надо не скрины, скрины не забыть сделать. Угу. Что-то туда. На всякий случай, кто узнает. Вдруг винда полетит после матча. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ну что думать-то, вперед! Какая техника, как? Решил пробить! Хорош! Хорош! И есть! Гол! Классный пас! Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Я первый раз могу официалку 10-1 выигрывать. Замечательное выступление команды потрясающим голом. Вот молодцы, этот гол никак не меняет расстановку сил в матче, однако порадовать своих болельщиков команда старается. И ну, еще присловится, что мы вообще в ранге аутсайдеров, у нас численное меньшинство, плюс команда перекрестка. А игроки-то старые. Будет о чем написать в новой статье. А я сейчас сразу напишу, типа, я же буду предматч, после матча делать, типа. Надежно сыграно, жаль. Все, мужики, с победой! Да, с победой, ребят.